Для жителей Барнаула откроется еще один авиарейс в Москву, сообщает Политсибру. Вылететь из краевой столицы в столицу России можно будет ранним утром в 5:45 по местному времени. Самолет прилетает в аэропорт Шереметьево в 6:15 утра. Улететь из Москвы в Барнаул теперь можно в 20:25. В нашем аэропорту самолет приземлится в 4:45. Northwind Airlines запускает ежедневные рейсы уже с 28 октября. 19 октября в Белокурихе пройдет конкурс на самую длинную косу, сообщают корреспонденты «Аргументов» и «Фактов Алтай». Соревноваться девочки, девушки и женщины будут в четырех возрастных категориях до 7 лет, от 8 до 14, от 15 до 20, от 21 года и старше. Конкурсантам необходимо подготовить рассказ о себе и продемонстрировать творческий номер. Место проведения конкурса – город Белокуриха, санаторий Алтай, улица Славского, 39. В Рубцовском драматическом театре актеры готовятся к работе над новым спектаклем, режиссировать который будет Алексей Серов из Санкт-Петербурга. Он приехал в город накануне и планирует ставить на подмостках местного драмтеатра спектакль «Невольницы» по одноименной пьесе Александра Островского. Премьера назначена на середину ноября, сообщает информационный портал «Рубцовск.Инфо». А тем временем в Барнауле закрыли Центральный парк. Как сообщает «Комсомольская правда» Барнаул со ссылкой на администрацию города, до декабря там будут идти профилактические работы. Как только наступят морозы, парк вновь распахнет свои двери для отдыхающих и откроет зимний сезон. Напомним, что зимой в парке работает каток. Накануне во всем мире отмечали День шефа. Интернет-портал «Толк» собрал интересные факты о соискателях на вакансию руководителя в Алтайском крае. Оказалось, что на сегодняшний день в регионе топ-менеджерами желают быть более 5000 соискателей. По сравнению с данными десятилетней давности, доля женщин, желающих занять руководящий пост, выросла на 15%. Больше половины потенциальных руководителей, 64%, владеют английским языком, 17% – немецким. Есть и те, кто знает редкие языки. Например, по одному кандидату среди топов Алтайского края говорят на хинди, индонезийском и македонском.